Девочка из детского приюта села в поезд в городе одном. Поезд был обычного маршрута, у нее же путь в небесный дом. К дальнему купе подходит крошка, здесь свободней смотрит, где бы сесть. Ее сажают у окошка, лет ей было 5, быть может 6. Узелок при ней, оттуда ушко бархатное зайчье торчит. То ее любимая игрушка, с ней она играет, с ней и спит. Поезд долго шел полями хлеба, за окном лишь степь да степь видна. «Поезд, ну иди скорее на небо», — девочка шептала у окна. Входят люди форменно одеты, слышится служебный разговор. Просят приготовить все билеты, и в купе заходит ревизор. Он идет, билеты проверяет, и в купе кончается вагон. Детского билета не хватает. «Чей ребенок?» — спрашивает он. Смотрят все недоуменным взглядом и молчат, не зная, что сказать. Думали, в вагоне где-то рядом едут с ней ее отец и мать. Ревизор к ребенку обращает свой вопрос. «Ты с кем? Где твой билет?» Девочка спокойно отвечает. «Дядя, у меня билета нет. Я одна на небо еду к маме. Мама будет там меня встречать». Дядя удивленными глазами смотрит на нее, с чего начать разговор с ребенком о билете. Сел с ней рядом, начал говорить. «Девочка, и взрослые, и дети на земле всегда должны платить. Дядя, это поезд ведь небесный, за меня Иисус уж заплатил. Моя мама часто пела песни про него, пока хватало сил. Мама все болела и лежала, а когда уж не могла вставать, перед смертью мне она сказала, что меня на небе будет ждать. Вы со мной хотите в небо, дядя?» — вопросили детские уста. И в вопросе том и в светлом взгляде поняли в купе то зов Христа. Как посланник неземного мира был ребенок этот среди них. Ревизор и господа и дамы не скрывали набежавших слез. Голосом глухим, заметной дрожью, ревизор лишь смог произнести: «Мы туда, дитя, поедем позже, а пока придется нам сойти. Взрослые и юные, внемлите, к нам взывают эти голоса. Верьте во Христа и заходите в поезд, что идет на небеса».